рациональ Гамос. Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем Bioshock Infinity. Так, давайте я сделаю свои параметры настройки. Так, чтоб я мог видеть. Сильно ярко, да? Ну-ка. Так, настройки были сделаны. Ну что ж, давайте посмотрим. В воде мы были, теперь на небо. Так, новая игра. Выберите уровень сложности. Ну, давайте так продолжить. Биошок. Биошок. Все, я загорался, да, флаг? Износился. Быстро он. Вам доступен глаз Комстека. Найдите снайперскую винтовку, чтобы воспользоваться им. Вам доступны золотые улучшения для пулемета и пистолета. Найдите оружие, на которых их можно установить. Вам доступна метла Комстока. Найдите снайперскую винтовку, чтобы... Ну, хорошо. Ты боишься Бога? Нет, но тебя боюсь. Разум субъекта предпринимает отчаянную попытку создать воспоминания там, где их нет. Преграды на пути между измерениями. Локализовано cginfo.tv. Побережье штата Мэн. Ты так Мэн. И будешь сидеть? А что мне еще делать? Стоять? Не стоять. Грести. Грести? Это в мои планы не входило. Хочешь, чтобы я один всю работу что сделал? Это? Нет, но надеюсь, грести будешь ты. Почему это? Ты предложил сюда приехать. Я предложил? Я тебе сразу сказала, что не люблю упражнения. Ты про греблю? Нет. Пожалуй, гребли неплохо укрепляют тогда тело. Про что? Про весь эксперимент. Я извиняюсь. Долго еще? Вообще-то, любой эксперимент может провалиться. Но зачем соглашаться на эксперимент, если он уже провален? Может, вернемся к гребле? Соглашайся, а то мы никогда не доплывем. Нет, я к тому, что я буду очень признателен, если ты поможешь. Может, его попросишь? В отличие от меня, он хотя бы заинтересован в том, чтобы туда попасть. Пожалуй, что да. Только просить его без толку. Почему? Он же не гребет. Он не гребет и огребет? Да. Он огребет. Ага, я поняла. Итак, опять к маяку. Первая часть к маяку. Приехали. У маяка авария была. А сейчас мы сами к нему приплыли. Так, вторую часть мы пока не играем. Потому что, я даже не знаю, ну буду, может быть, потом. Он не двигается. Ничего. В роли... Рано или поздно. Пожалуй, что так. Папаши. Поэтому она мне не очень. Ну, посмотрим, может быть, потом. Может сказать ему, когда мы вернемся? И что это изменит? Может, это его хоть немного успокоит? Ну, хоть в этом мы с тобой согласны. Ну, что, за мной хоть приедет или нет? А меня тут встретят! Очень надеюсь. Не хотелось бы застрять в таком месте. Может, внутри кто есть? Может и есть. Давайте посмотрим. Так, тут сохранялок-то нету, да? Дэвид. Простите, я Букер Дэвид. Перейдешь, девчонку. Вас обо мне, наверное, предупреждали. От грехов твоих очищу тебя. Приведешь девчонку, и долг будет прощен. Это твой последний шанс. Так. Я взял монетку. Бочку. А ей тут же точно подберухой надо быть. Так. Так, хоть на себя посмотрели, ладно. Удачи с этим, приятель. Так, от грехов очистит он меня. Тут что-то есть? Нет, это просто мигает. Смотрим, где что подобрать можно. Надо быть подберухой в этой игре. Все, соберем.
хрень не знает, чё почём. Здесь пока ещё не разобрались. Есть тут кто? Эй! Смотрим. Всё взяли. Готовьтесь, он уже в пути, вы должны остановить его. Взять трубку, зачем? Ну давайте возьмем. Может нам что скажут? Молчат. Ладно. Что у нас еще есть? Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой, так. Шаримся, шаримся. Что тут имеется? Стоять, кровь. Кровь. Какая прелесть. Черт. Так, не разочаруй нас. Надеюсь, ты мертвый не убежишь. Так, 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 давайте посмотрим все-таки. Так, колпак не снимается. Жаль. Сюда не заходит. Использовать колокола. Тирлим-бом-бом, тирлим-бом-бом. Так. Так. А, тот рисунок. 1, 2, 2, это я хорошо помню. Так. Или как, или так надо? Разверглись, а там свет, я вижу остров. Лестница закрыта, все закрылась, лестница ушла. Да хотя бы ты откройся. Долго буду музыку твою слушать. Не буду так красным окрашивать. Ага, давай, конечно сяду. С этого ладно, начнется наше приключение. Кажется, я должен сесть в это милое креслице. Давай. Там даже зажим для рук есть. И что тебе? Что за черт? Ну ты же видел. Вы дослушали, Грим. Ремни нужны да что для происходит? Безопасности. Это не к добру. А? Я как вечный пилигрим. Нет, 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 да, твою мать. Пистолет потерял. Вознесение на счет 5, 4. Нет, 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 нет. 3, 2. Да давай, это будет 1. Весело. Нет! Поехали! Вознесение! Вознесение! Так, вознесение. Спокойно. 5000 футов. 10000 футов. На перегрузке сейчас? 15000 футов. Как будто... Мистер Джи. Аллилуйя! Ну вот, а ты боялась. Что? Только юбочка помялась. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Ну это хорошо все. Флаг.
Первая часть под водой, вот это третий отец Комсток. Это на небесах. Прикольно так-то. Эх, ученые были такие. Ну ладно. Загрузка. Зачем ему посылать нам избавителя? Когда не поднимаем мы пальца для спасения своего. И хотя мы не заслужили его милости, он привел нас в этот новый Эдем. Последний шанс на искупление. Из воды в небо. Так, ну конечно. Это что, где хочу, там и живу? Ни хрена вы, ребята, устроились хорошо. И пророк поведет наш... и пророк поведет новый город в новый Эдем. Ну тут тоже водичка, да? Че, все-таки немножко подтопило вас где-то. Ну, отпускайте меня. Ну так-то очень даже красиво. Найдите способ попасть в город. Так. Найдите способ попасть в город. Ага. Слово пророка. Слышит слово пророка. Как-то в каком-то колоколе прилетел. Я как вечный пилигрим. Так. Вот сейчас в какую сторону показывал? Надо обогнуть. Продолжить. Начать с контрольной точки. Ага. Это значит, карты нет. Так. Мы так не играем. Да. Да, но... Так. Не забывайте, я тут роль подберухи играю. Так. Серебряный орел. Ну, идем к тебе. Посмотрим, что у тебя взять можно. Так, послушаем. Любите пророка, ибо он нам любит грешника. Нам нужно найти выход отсюда. Любите грешника, ибо он есть вы. Если не станет грешника, какой прок в искуплении? И если не станет грехов, что же тогда прощать? Пусто. А могли бы положить. Денежки. В самом начале игры они мне очень нужны. Простите, что это за место? Рай. Точнее сказать, истинный рай земной. Лучше держать такие вопросы при себе, не то меня сцапают. Так. Давай берем по максимуму пока. Агнец, будущее нашего города. Так. Ага. Ладно. Здесь мы находим ничего. А зато вот с другой стороны мы находим уже два ничего, да? А, нет, что-то нашли. Так, никакой сумочки тут не за... Сумочки, бумажник был. А так и не заметишь его, пройдешь мимо. Там люди вообще есть, нет? Ну заметьте, хоть живой человек.
Так, что тут есть еще? И каждый год в этот знаменательный день вот люди. Мы чествуем наш город и пророка нашего отца Комстока. В этот день мы приносим жертвы, воздаем почести и погружаемся в крещальную купель. Внимание! Смотрим. Если бы пророк лишь поразил врагов наших лугами и не отрекся от Содома, что под нами, то и тогда этого было бы достаточно. Если бы пророк лишь отрекся от Содома, что под нами, но не принял 3 золотых дара основателей, этого было бы достаточно. Если бы пророк лишь принял 3 золотых дара основателей и не помолился о нашем избавлении, этого было бы достаточно. Если бы пророк лишь помолился о нашем избавлении и не... Новое лицо? К нам пожаловал чужак из Содома под нами. Явился в Колумбию, чтобы очиститься перед лицом пророка нашего, основателя и Господа. Мне просто надо пройти в город. Просто пройти? Брат, попасть в Колумбию может лишь тот, кто прошел обряд крещения и родился заново. Ты смоешь с себя грехи, брат. Эй, мне нужно просто пройти. Очисти душу, брат мой, славь Бога. Кто Булька? Возьми его руку. Делай это ничего. Твою мать-то. На. Эй! Крещу тебя именем пророка нашего, именем основателей наших и Господа нашего. Господи, позволь ему работать. Ты что-то меня топишь, а не крестишь. Не знаю, братья и сестры. Мне кажется, он еще недостаточно чист. Помойте меня тогда. В баню сводите. Кто там? Кто там? Передашь девчонку, и долг будет прощен. Чего вы хотите? У нас договор, Дэвид. Открывай. Сейчас же. Я же сказал, что не буду этого делать. А теперь уходи. Мистер Дэвид! Мистер Дэвид! Ой, ну надо же, это все равно открыть, он не отстанет. На! Ну? Вы этого хотели увидеть? Так, я очнулся, уже хорошо. Идиотский священник не понимает, что крестить и топить — совершенно разные вещи. Да, они тут... Надо найти какой-то ориентир и понять, где я вообще. Отцу Джефферсону скажи. Вашингтон. Дабы дать Эдему законы, что возвысит его над всеми странами. Так, а мне что это? Вы на меня нападать не будете? Мы отдаем себе основателям и пророку нашему Комстоку. Пророк наполняет легкие водой. Дабы они крепче любили воздух. А если бы я пошел по другому пути? Что бы ты мне сказал? Что ты мне скажешь? Ничего? Ну ладно. Рабашки нет? Перешедший Делавер с огненным мечом и крыльями ангела. Храни меня против невежества и тирании. Во имя меча, скрижали и ключа. Аминь. Аминь. Калибри? Ого, калибри. И раз узрел. Я знал, что в фонтане найду денежки. Так, вы проходили. Кретины есть даже в летающем городе. Ладно, пора искать девицу. Нет, сначала я осмотрюсь. Бананы. Ну давай. Открывай.
Красота! Лепота! Аж глаз радуется. Один. Второй прищуривается. То ли он всплывает, то ли я вниз. Не понимаю. Ну то, что мост создался, то я понял. Ой, мистер Росиноль, я в жизни не ела устриц. Вы не гоните, мистер Росиноль? По помойкам шарюсь, как бомжара, тут такие люди приличные. Доброе утро. Здрасте. Рут бир. Съем. Все на халяву, да? Все включено? Прекрасный день для праздника. Земли не видно. Отец Комсток наверняка это предвидел. И все так и спланировал. Ну смотрите, зато вдалеке какой город красивый. Тут красивый, там красивый. Господи. Страшно, правда, что будет, если он упадет, но мы об этом не думаем. Тележки катаются между островами. Как-то я не понимаю, конечно, как. Вот один пошел вниз. Плавающий. Тележки тебе как-то... Для скаута свободы нет слова «хочу». Есть только слово «должен». Сальтенстон нормальный мужик. Он стоит за веру, семью и отечество. Кто тут что может возразить? Ну подождите. Надо подготовиться же к операции. Ремонт обуви, пошив на заказ, качество. Не могу упасть. Видимо, игра предусматривает этот вариант, что тут самоубийца только один. Никогда не связывайся с художниками, приятель. Слишком спалмошные. На них нельзя положиться. Ага. Я ему говорю, что работы по факту. А затем Архангел явило мне видение. Город. Легче воздуха. Я спросил ее, зачем ты показываешь мне это, Архангел? Я не сильный человек, не праведник, не святой. И она поведала мне нечто удивительное. Ты прав, пророк. Но если даже ты уповаешь на благодать Божью, почему же остальные не видят ее в себе? Пилигрим. Давайте посмотрим небольшой ролик. Пророческий дар отца Комстока. Посреди чернейшей бури. Великий пророк предвидит яркий свет, и вот свет появляется. Видит ангела. Что же великий пророк откроет нам дальше? Пророк наш. Конец. Вот такими маленькими сюжетами можно насобирать историю целую. Так, ты меня не будешь обслуживать, нет? Устал, значит, да? Слив. Так, там ничего нету. Роза. Нечестно? Что еще за глупости? Вся Колумбия ликует. Парень газет мне не продаст. А, кошелек, я обокрал пацана. Валим отсюда по-быстрому. Тебе не показалось, что у нашего официанта какой-то акцент? Так. Ха. Ага. Я проник. В сумочке нигде никакой не висит. Ладно. Давайте подберу их в деле. А, хрен там. Сюда нет.
слив. Приветствую. Выглядите, что надо. Спасибо. Ты тоже неплохо одеваешься. Где тут что есть? Пацаны балуются. Это пошли, Вован. Механическая лошадь. Че, отец? После победы у Вонда Дни ангел Колумбия явилась отцу Комстоку. Пожрать мне еда, да, на халяву? И пророк повел народ прочь от Содома под нами. Все выше и выше поднимались они. В город, где они создали идеальный союз. Подождите, это типа пароход проплывает. На свете появилось чудесное дитя, залог будущего города. И подсказал пророк, что она из башни направит. Мечта под нами к патриота кондитерская. Порядок. Но удачи-то. Давай. Лотерея и ярмарка. Так. Ромашки для Наташки. Не так просто спланировать такой день, как сегодня. Так, колумбийская лотерея и ярмарка. Так, а мне что, питаться тут надо, чтобы не помереть, или что? Он силен с мечом, но слабоват с мечом сбежали. Ну, вы понимаете. Так, Мишка. Нет, мне куда? Туда. Хорошо. Только. Облачное и ясное небо. Туда. Днем тепло, пройдет. Ветер легкий, переменный. Вот через сюда. Все на доверии. Прекрасный день для праздника, Колумбия. Вы мне доверяете? А теперь вернемся к музыке. Все на доверии. Что там радио? Так. Ну не знаю, тут в прошлом-то магазинчике хоть это было. Штука подглядывающая. Найти статую Колумбии. Купите бутоньерку. Мы собираем деньги для женской патриотической лиги. Поздравляю. В другой раз. А если я баба-ненавистник? Что вы тогда мне предложите? Так. Давай ты. Человек погружается в крещальную купель. Из воды же выходит другой, рожденный заново. Но кто находится под водой? Возможно, и грешник, и святой одновременно. И только взгляд другого человека проявляет это различие. Все может быть. Спорить не стану. Дома и пониже есть, и повыше есть. Может, я это зря, конечно, делаю. Может, мне это потом надо будет в бою. Но лучше, мало ли, я соберу лучше сейчас, чем не соберу вовсе.
Так что не смотрите, что я такой дотошный. Может, мне это пригодится, спасет мою жизнь. Даже вот эти маленькие денежки. Все. Это может спасти мне жизнь. Да, они сказали, что оно там. Вам телеграмма, сэр. А? Тут вам телеграмма. Давай. Спасибо, малай. Дэвид, ТЧК. Комсток не должен о тебе узнать, ТЧК. Что бы ты ни делал, не бери номер 77, ТЧК. Лютес. Что за... Так. Да, это предисловие, это все предисловие только. Красивые дома, да? Тоже нравится. Очень красиво. Ага. Минутку. Да, можно упасть на какие-то надувные, как... Дирижабли. Только посмотри. Если я скажу, что некто пускает молнии из пальцев, кто мне поверит? А что, тебе верить надо? Привет, друг! Это не фантазии! Нет-нет, дамы и господа! Улица перекрыта. Лучше поищу обходной путь. Который представляет вам сам мистер Иеремия Финк. Господи, куда мне там идти? Кто из вас уже испытал дивный дар энергетика? Один глоток, и вы способны на все. Пророк наш просил, лично просил мистера Финка передать эти волшебные напитки вам. Передавай. Слава пророку нашему. Давай. Слава нашему городу. А, во, смотрим фильм. Глаз народа взялся за свое. Видите, если... На зависть, кажется, друзья завидуют Джимми. Потому что папа купил Джимми пачку сигарет, что ли? Малая победа, единственная марка, созданная специально для детей. Господи, какая хрень. Для детей сигареты. Ужас, кошмар. Кто мне поверит? Если я скажу, что некто поднимает жеребца одной рукой... Юный сэр, юная леди, оцените силу нового энергетика. Если вы хотите что-то поднять или швырнуть, дикий мустанг, то, что вам нужно. Уважаемый сэр, правильно защищай женщину и дитя, попади в дьявола три раза. Если вы хотите что-то поднять или швырнуть, дикий мустанг, то, что вам нужно. Чтобы использовать энергетик, так. И что я выиграл? Держите, друг! И помните, если вам нужно что-то поднять или швырнуть, вам поможет дикий мустанг! Поможет. Вообще, я езду по аэротрассе, придумали... Глаз народа совсем распоясался! Кто их приструнит? Эй, вы! Из ружья стреляете? Хотите помочь нам в Колумбии? Эй, нашелся смельчак! Давай. Итак, стреляйте по народникам, наберете достаточно очков, получите приз. Если подстрелите анархистку Дейзи Фицрой, получите бонус. Яблочко! Еще один выстрел точно в цель!
Осталось немного! Еще один выстрел точно в цель! Вон она! Изи Фицрой! Опять Фицрой ускользнула! Вы отличный стрелок! Еще один выстрел точно в цель! Отличная игра! Блин. Вот ваш приз! Ну что ж, давай хотя бы это заберу. Или что, можно еще? Давай еще. Нашелся смельчак. Итак, стреляйте по народникам. Наберете достаточно очков, получите приз. Если подстрелите анархистку Дейзи Фицрой, получите бонус. Великолепно! Бунтовщики аж дрожат от страха. Яблочко! Бунтовщики аж дрожат от страха. Вот она, Дейзи Фицрой. Ага, достойная кончина для предателя. Вы отличный стрелок. Красота. Еще один выстрел точно в цель. Ну, жаль. Блин. Попробуйте еще разок. Нет. Так, мне надо что? Вниманию всех умелых стрелков. Бунтовщики напали на город. Смотри, вон он. Стреляйте в него. Тихо! Да. Что такое? Не можешь сосредоточиться? Да-да! Ты чё? Так, дикий мустанг. Назад, у меня нету, да, столько? Открывает дикий мустанг. Или подожди, или я могу купить? У меня нету столько. Глаз народа совсем распоясался. Кто их приструнит? Эй, вы, из ружья стреляете? Хотите помочь родной Колумбии? Вниманию всех умелых стрелков! Бунтовщики напали на город! Кто защитит? Получите приз! Так. Вы, сэр, или вы? Куда-то туда ведет. Глаз народа взялся за свое. Видите этих негодяев? Так и штыряют все и ложь и смуту. Не бойтесь! Так, а тут по чему стрелять? Я попробую. Как следует и посшибайте этих злыдней. Наберите побольше очков и получите приз. Стреляем. Почему стрелять надо? Чуть не попали. Смотрите, как щелкает. Куда? Немного до рекорда. Немного до рекорда. Перестреляем! Еще чуть-чуть, ну! Никогда такого не видел! Вы это нормально! Заслужили. Все, ладно! Смотрим, что тут есть! Куря, детские сигареты, фу, какая гадость! Почему гадость? Потому что я не курю и вам не советую. Тем более это сейчас еще и дорого стало. Давай. Не. И что я получил? Что тут вы есть? Вы уже пробовали? Конечно нет. А я да. Ну. Что тут есть? Хот-даги! Хот-даги! Хот-даги Александра! Лучшие голософоны! Слушайте голос из прошлого в настоящем! Скажите что-нибудь!
Голософон? Голософон? Вот! Пожалуйста, запись вашего голоса. Ну, подожди, да. Я за это платить не буду. Просто демонстрация, сэр. Эх, ага, мне это, короче, не дадут. Ты еще не пробовал сегодня новые энергетики? Я обычно жду, когда фильм... Записывайте мемуары! Читайте сонеты! Ваши творения останутся! Он большой! Он смелый! Он механик с большой буквы! Только наш славный город может похвастаться столь дивными чудесами прогресса! Прогресс. Ты видела что-нибудь подобное? Такой груз? Мутант. Грустный? На чем можно грустить, когда ты такой силач? И что я сделал? Дружище, у вас когда-нибудь съедал деньги автомат? Случалось ли, что телефон не соединял вас с любимой супругой? Пришла пора людям вернуть власть над машинами. Они все мигом сделают. Ну? И что это такое? Ничего себе, это что за глины были? Ага. А, это... Сейчас расскажу. Нажмите, чтобы превратить машины в союзников. Интер. Что это было? Вот она. Мы брызгаем эту любовную штуку на машину, и машина становится за нас. Какая прелесть. Он, небось, может палатку над головой закинуть. Еще не главное. Ничего ты не понимаешь. Подходите и узрите восьмое чудо света! Ты за меня нет стал. Ага, все. Понял, подзарядился. Четыре вкуса? Куда столько? Старая добрая ванильная уже не годится? Так, подожди. Здравствуй, моряк. Заходи в мою гавань. Тут тихо, спокойно. Сам знаешь, о чем я. Сам знаешь. Не знаю я ничего. Так, а куда мы? Так. При использовании расходуется так. А кому применить-то надо? Мороженое — это моя собственность. Единственное, что нужно заметить. Так. Отправляйтесь на остров и найдите девушку. Так, ну понятно. Попробуйте применить билетеру, энергетик, гипнотизер. А кто билетер? Ты? Да нет, не он. Ты? Тоже нет. Взгляните на удивительного механика! Он человек? Тут твою ж мать-то. Извиняюсь, вся лотерея уже распродана. Вы же Баффард, член ассамблеи. Конечно. И как я вас сразу не признал? Мы вам приготовили отличное место. На нашей ярмарке всегда рады достойным людям. Так, орел. Орел или решка? Эй, дайте пройти. Орел или решка? Решка. Ну вот. Не чувствую я особой радости от победы. Выше нос, в другой раз повезет. Может быть. Пипец. Парень выигрывает одно за другим. Ну, конечно, радости нет, конкуренции нет. Ну и ну. Неужто не послушно здесь? Быстро летит время. Так, отправляйтесь. На остров.
Не спешите. О, что-то есть. Торговый автомат. Я даже не знаю, как брать-то тут. Соли? Не знаю, тут как. Что тут? Товары за соли. Это как наркоман какой-то. Нет. Я слышала, что скоро должны появиться новые машины отца Франклина. Что тут еще есть? Ой, там чудо городе. Мой кумир? Леди Комсток, разумеется. Давай. А Мустанг-то что делает? Отбрасывать, да? Где ты это достал? Эта штучка? Всему отделу такие раздали. С ними мы мигом вышибем всех бунтовщиков с аэротрасса. Ну-ка, дай-ка мне такое. Есть места. Я бы какому-нибудь народнику череп-то раскроил бы. Так, и что это мы смотрим? Что-то было? Какое-то предупреждение? Давай посмотрим. Мадам Лютес, я прочла все ваши книги. Моя мать говорит, что подобное занятие не пристало леди. Но, по-моему, она просто завидует нашему уму. Правда ли, что только вам дозволено посещать девочку в башне? Если Агнет скучает, я бы с радостью навестила ее, ведь у нас много общего. С наилучшими пожеланиями, Констанция. Спасибо, Констанция, теперь мы знаем, где искать. Вот, кстати, ад. По печати его. Вы узнаете лжепророка по печати его. Тебя на лотерею. Приглашаю. Так. И Еремия Финк приглашает. Господи. Кто так гребенка называл? Ну, что у нас здесь? Я не могу туда пойти, не обследовав здесь. Так. Мне еще воевать на этих улицах. Или не на этих. Полиция, Колумбия. Нет прохода. У вас даже тоже преступность здесь есть. На небесах. Так, а ты чем торгуешь? Да вроде все было у меня. Еще посмотрим. У меня полоса везения. У тебя так каждый раз. Ну, сидят ни о чем позарят. Разговор пустоту. Так, мне вот сюда надо. Итак, лотерея 1912 официально началась! Эй, мистер! Мистер! Извиняюсь, платить нечем. Глупый. Участие в лотерее бесплатно.
Ты что, с Луны свалился? Да-да. 77. Не бери, тебе же сказано. Это счастливый номер. Нахрен там. Буду за тебя болеть. Неси сюда чашу. Это ли не самая красивая белая девушка во всей колонии? Сказали же не брать номер 77. Итак, побеждает номер 77! Ну надо же! Номер 77 может забрать приз! Бросок! Нет, прошу вас, не надо! Это я виноват! Пожалуйста, не надо! Ну? Ну что же вы делаете? Что за приз-то такой? Ну так что, бросишь? Или ты теперь тоже любишь черный кофеек? А при чем это, что, негры из-за этого, это что ли? Какой застенчивый юноша нам попался! На стол! Это он! Что? Так, откуда у тебя этот знак? Ты что, не знаешь, что это печать ложного пастыря? А нам тут никакие лжепастыри не нужны. Ну что ты сделаешь? А ну вперед, парни, навались! Давай! Господи, он сам своего же зарезал нахрен. Держи его! Лживый пастырь хочет забрать нашего агнца! Да. Так, заметив на противнике, зажмите, чтобы добить его. На! На! Сейчас ты умрешь. Так. Ага. А кто мне сказал, что я умру? Я знал, что они здесь. Вот все началось, значит. Я сделал то, что мне сказали не делать. Вставайся! Мэрик-то отпусти. Доходя. Эх вы. Так, а я с людьми воюю, да? Ты хоть стрелять умеешь? Стрелять? Сюда! Защищайте ворота! Зайдите с тыла! Давайте. За ним продолжайте стрелять! Прикройте меня! Тебе конец! Так, обыщем. Прекрасно пока. Патронов нам хватает, ага. Куда не пустили. Проберитесь на остров. А там не отсекли, да? Что за люди? Такие мерзопакостные. Остров монументов. Но мне по ней туда надо быть потом. Я помню, тут как-то с острова на остров надо перемещаться. Да. Так, а использование аптечек как? Я же говорил, Консток, пообещай им рай, и эта шваль будет ждать, что всю работу за них сделают херувимы. Никто не хочет быть слугой в Царстве Небесном. Ничего. Давай. Плюс гипнотизеры позволяют гипнотизировать людей, когда действие энергетика заканчивается, жертва убивает себя.
Мок. Продано. Ну ладно, хорошо. Ясно. Теперь гипнотизер превращает машины и людей в союзников. Зажмите кнопку и отпустите, чтобы создать призрачную ловушку. Ага, вот так вот даже можно. Знаю парня в Джорджии, который поставит нам каторжников-негров. Поможем убогим возвыситься, если тебе от этой мысли станет легче. Ага. Так, а как мне аптечка? Кто? Аптечка же как-то была. Даже вот в настройках есть. А, клавиатура. Так, голосов использовать. Так, шаг ускорения. Так, ладно. Применить энергетику. Это не то. Оружие. Зарядить. Подожди, энергетик, энергетик. А, ага. Здесь нет. А где-то я видел, там магазин берешь и... Ну ладно. Сейчас ты умрешь. Так, все взял. Ты прибежал. Боеприпасы. Ага, мы еще и не убить его так. Ушел. Так что умею. Ваших же перебил. Вот, я точно, я же здесь был. Посмотрите, кругом пошел. Кто стрелял? Не давайте ему выстрелить! Вот так кругом прошел. Не уйдешь! Не давайте ему выстрелить! Что, все, успокоились? Ой, не знаю даже, что хотели. Так, аптечный набор, вот видите. Боеприпасы. Не знаю, да, вроде как все есть, да? Карнавал бережливости к вашим услугам. Проберитесь на остров монументов. Надувные с ключами летают. Так, ворота закрыты. Ага, это патроны. Так-то нифига себе. Так, аптечный набор. Давай вот так вот.
Как? Что надо сделать? А где оплатить? А, приобрести. Все, понял. Так. Где тут? Да, возвращусь, возвращусь. Так, теперь надо думать, как с такими машинами справляться будем в дальнейшем. Что, где ты? Я знал, что они здесь! Давайте, зовите пожарника! Это пожарник! Пожарник идет! Да. Нормально? Он разберется с этим сукиным сыном. Давайте смотрим. Красавчик. Ну вот у нас что? Ага, деньги, которые мы. Ага. Ой. Я обменял одно на другое, да? И как быть? Мне бы как-нибудь обратно возместить бы это все. Минутку. Так, соли. Вот так. Все. Нет прохода. Теперь есть проход. Пройти мне не давали, падла. А вот еще была соль. Или что это? Всего это по максимуму, ладно. Открывать. Становится все жарче. Что происходит? Смерть — это награда! Сейчас начнется. Стой. Когда он спасает жизнь, ваш запас здоровья частично заполняется, но вы уже пришли. Давай, открывай дверь. Что это было? Ага, вон оно, что, Михалыч. Один раз живем. Что это за поцелуй дьявола? Ого-го. Нажмите, чтобы бросить зажигательную гранату. Зажмите и отпустите, чтобы создать взрывную ловушку. Понятно. Ух, это не пробник. Так, если у вас есть поцелуй дьявола, нажмите средний, чтобы бросить зажигательную гранату. Зажмите. Так. Так. Окей. Сейчас посмотрим.
А какой смотреть-то мне сейчас? Она не нужна пока что. Вот так. Я взял. Нажмите, зажмите. Это мы знаем уже. Без тебя. Без вашей подсказки. Так. Тут что? У тебя что есть? Так, синяя лента, ресторан. И хрюшка тут. Ладно. Кстати, надо посмотреть, как это. Давай гранату. Хотя нет, зачем она мне? Сейчас. Батон мне тоже сейчас не нужен. Ладно. Интер, покинуть район. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока.